вторник в Самарской области пасмурно, пройдет снег. Днем плюс 1, минус 1 градус, ночью 0, минус 2. Ветер юго-западный, 3-5 метров в секунду. Сызрани на небе тучи, снег. В светлое время суток плюс 1, в темное 0 градусов, западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде снега. Днем нулевая температура, ночью 1 ниже 0. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег. Днем минус 1 градус, ночью 1 с минусом. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.